Здравствуйте, вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я совсем поколдую, чтобы появились посылки. 4. Абракадай! Появились посылки. Давайте уже начнем с первой. Потому что это очень мелкое. Давай мы пытаемся открыть этот пакетик. Интересно, что же там? Это же очень милый брелок с собачкой. Она такая белая, причем очень красиво вырисована. Давайте отложим нашу милую собачку в сторону и откроем поскорее следующую посылку. Следующая. Так. Ну как-то так. Вот. Это еще один брелок с собачкой. Мне очень нравится этот бантик красный. Давайте отложим же мою тоже сторону и откроем следующую посылку. Теперь откроем новую посылочку. Так, если открыть. О, нашла. Почти добрались до посылки. Меня это уже удивило, блин, меня. Давайте решим. Это же часы-калькулятор! Очень классные часы. Я нолик поставила. Сейчас. Так. Много чего. 21 плюс 6 вроде поставила. Я не знаю, что поставила. Вот так. А, нет, плюс 3. Плюс 3 поставил. Очень классные, очень красивые часы-калькулятор. Рекомендую. И вот будем сейчас открывать последнюю посылку на сегодня. Это же очень милые ушки зайки. Я думала, там какой-то ободок. Смотрите, оп, и сгибнулась. Там какая-то специальная железка, что ли, чтобы там сгибать уши.
хороши. Рекомендую тоже. Я зайчик. Я вам желаю подписаться на мой канал, поставить лайк, дизлайк, кому мне понравился дизлайк, кому понравился лайк. Подпишись на мой канал, ты увидишь много интересного. Всем пока, пока, пока. Зайчикам желаю хорошего.